Дорогие мои гости и зрители моего канала, всем привет! Очень всех рада видеть у себя в гостях. Сегодня давайте прогуляемся снова по магазину «Фамили». Их будет два магазина: на Таллинской, дом 18, и в торговом центре 5-я авеню на Октябрьском поле. Будем сегодня смотреть интересные новиночки. И не забывайте подписываться на мой канал. Переходите обязательно в Телеграм, потому что там я буду актуальные видео выпускать на момент, что я нашла очень интересное, потому что все-таки видео идет с задержкой. И, конечно, переходите на Яндекс.Дзен, чтобы меня не потерять, потому что неизвестно, что будет с Ютубом. Кому нравится видео, обязательно переходите в мой Яндекс.Дзен и подписывайтесь там на мой канал. И давайте начинать. Вот такой замечательный подсвечник от H-Concept, но я нашла похожий, 673 рубля, а в «Фамили» 299, отличная цена. Но вот это я вам показывала уже в Телеграме, Zara Home Diffuser, 365 мл, стоит всего 449 рублей, а даже бирка осталась 3 999, ничего себе. И также от Zara Home есть вот такой аромат для текстиля. Здесь он стоит 399 рублей, а на сайтах везде 3 639 и выше. Девочки, это очень-очень выгодно. Просто замечательный запах у них, обалденный. Вот такой это от Паша Пахче для лимона. Такой вот контейнер, 255 рублей на сайте, 179 в «Фамили». Вообще очень удобно, я таким пользуюсь. И смотрится красиво, и очень удобненько. Так, очень хорошенькие коврики нашла от Аквалинии, новые такие мягкие в ванну. 1542 рубля сейчас стоят на сайте везде. Они такой с бахромушечкой, я просто нашла другой расцветки. А здесь стоит 899 рублей. Вообще можно и не в ванну, они такие приятные, классные, можно положить и около кровати. Посмотрите, какая замечательная расцветка и вот рисунок. В общем, очень классные. Можно положить и не в ванну обязательно. Есть их, кстати, тут несколько штучек. И такая милая корзиночка. К сожалению, показать именно на сайте эту фирму не могу, потому что не знаю, что за фирма. Как таковая, вообще ее не нашла. Нет, это Royal Union, но ее давно уже тоже нет в Москве. Вот, замечательные корзиночки. Кстати, стоят по мне так недорого. Вот 599 рублей маленькая, 799 большая. Вообще отличные корзиночки, классные. Вот такой кашпо от H-Concept мне тоже очень понравилось. Мило смотрится. Похожие стоят намного дороже, но, к сожалению, H-Concept уже не найти у нас. Здесь она стоит всего 499 рублей. Мне кажется, это замечательная цена для такого хорошего кашпо. А есть вот такие кашпо, голова девушки. Очень красиво смотрится. Так, знаете, сделано добротно. Мне очень понравился. Это тоже H-Concept, поэтому не могу вам сравнить. Стоит 699 рублей. Ну, смотрится действительно замечательно, мне очень-очень понравилось. Вот такие свечи тоже, к сожалению, не смогла найти. Вообще они высокие достаточно, такие, но легкие. Куда-то на пол поставить в какой-то дом. 899 рублей, мне кажется, здорово. Есть в темном цвете и в светлом. Оттенки тоже классные. Очень мне понравился вот такой вот подсвечник. Посмотрите, он как будто прям вот его съесть хочется, честное слово. 1056 рублей на сайте, 699 рублей здесь стоит. Ну, отличная выгода. Кстати, есть вот такие ленточки, их много разных привезли. Для украшений 49 рублей, всего 274 на сайте производителя сейчас стоит. Кстати, их здесь много разных, посмотрите, разных цветов. Жаль, что не было белой, я бы с удовольствием купила бы себе белую. Термос стальной вот такой, мне очень понравился, он классный. 1104 рубля на сайте, 749 стоит «Фамили» от «Атмосфер». Сейчас я вам достану, покажу, он действительно очень хороший. Посмотрите, вот так вот открывается кнопочка и выглядит замечательно. Качество, ну, на высоте. Кто ездит там утром деток в школу отводит или еще что-то, вот прямо актуальная вещь. Такие вот бокалы. Термобокалы, кстати, удивительно, на сайте я их нашла за 790 рублей. Я стараюсь вам всегда подешевле что-то найти. 899 рублей стоит здесь. Так что надо сравнивать, еще раз вам говорю. Очень симпатичная вот такая тарелочка, 549 рублей. Я сначала удивилась, что так дорого, но на сайте 608 стоит и выше. Очень миленько сделано. Очень мне понравилось еще вот это блюдо, 584 рубля. Оно, блюдо, по-моему, ромашка называется. Вот, да, здесь стоит 499. Ну, тоже небольшая скидка и выглядит блюдо замечательно. Вот такое, такая вот минажница от «Атмосфер».
тоже мне очень понравилось. В виде бабочки 749 рублей стоит на сайте. Здесь стоит 499, отличная скидка. Сейчас я вам вытащу, покажу. Посмотрите, какая милашная вещица. Ну, очень. Кстати, не маленькая, что мало, немаловажно. Можно положить достаточно крупное что-то туда, а не совсем там какие-нибудь орешки. Очень замечательная вещица, мне понравилась. 499 рублей. Вот такой вот, такая вот баночка для меда. Она стеклянная, а ручка из пластика. 499 рублей. На сайте я нашла похожую за 960. Вот, посмотрите, она стеклянная, а вот палочка пластик, ну, с такой вот замечательной пчелкой. Мне также понравились вот такие вот тартовницы. Одна большая тартовница, 599 рублей, 1230 сейчас стоит на сайте. Это тоже Паша Пахче, но сделано замечательно на самом деле. И поменьше вот такой, 741 рубль, а здесь 299, но на более такой низкой ножке и поменьше диаметром. Очень мне понравилось вот это вот блюдо. Посмотрите на эту красоту. 210 сейчас стоит на сайте, а здесь всего 799 рублей. За такую красоту, честно говоря, не жалко отдать такие деньги. Очень ярко, красиво, насыщенно. Мне безумно понравилось. Очень мне понравились вот такие болы, пиалы. Такие нежные они. Почему-то рисунок прям приглянулся. 356 рублей сейчас на сайте стоит они. А здесь всего 179 рублей. Очень хорошая цена за такую вещицу. Кстати, мимо пробежала и увидела пергамент 7 метров. Качество у него хорошее. 391 рубль сейчас на сайте. 179 рублей стоит здесь. Кстати, их очень много привезли. Посмотрите на эту милоту, на этого слоненка. Ой, ну это просто что-то с чем-то. Такой он классный. Стоит всего 1499 рублей. Это аж концепт. Ну, я уверена, что такие вещи стоят дороже. Ну, посмотрите. Ну и давайте пройдемся по вот таким корзиночкам. Почему-то фамилия стала их прям совершенно распродавать. 249 рублей такая стоит. 525 сейчас на сайте. Вот такая корзинка от Аш Концепт с крышкой. Тоже очень замечательный цвет. Такой, знаете, приглушенный, не яркий. Но вот мне понравился он какой-то хороший. И цена всего 249 рублей. Мне кажется, даже в фикс-прайсе сейчас не купить. Ну и в фикс-прайсе нет, конечно, такого качества корзинок. Здесь они замечательные, особенно Аш Концепт. Ну а вот эта корзинка 159 рублей стоит на сайте. Здесь 209, да? Ну, мне они тоже нравятся. Маленькие, симпатичные, вязаные, как называются. Так, посмотрите, от Аш Концепт какие классные коврики привезли. У них замечательное качество, вам честно скажу. Их тут безумное количество разных расцветок привезли. Стоит недорого, 499 рублей, 50 на 80, ну разве это цена? Нет, очень хорошие, качественные тоже, не обязательно класть там в ванну, их можно куда угодно положить. Посмотрите, вот такие чуть-чуть побольше, других расцветок есть 899 рублей. В общем, надо, знаете, как всегда я вам говорю, смотреть, потому что какие-то стоят 499 оценник, какие-то стоят подороже. Обязательно все смотрите, рассматривайте, даже на одинаковых могут быть разные цены. В этом, конечно, немножечко грешит фамилия, поэтому всем советую разглядывать. Но коврики просто замечательные, честно говорю, вам всем советую. Вот 899, присмотритесь. Для ванны мне очень нравятся эти коврики, это серия 1460 рублей сейчас на сайте, только другого цвета нашла, 1199 рублей здесь. Он такой мягкий, вот и такие, как шарики такие, я не знаю, очень классные. Есть еще в черном цвете, ну, кому-то и черный цвет подходит, например, в ванну у кого-то там сделано с черным, например, с черными акцентами. Тоже 1199 рублей, хорошая цена. Вот такой набор ножей, вилок и ложек, ну, в общем, столовых предметов. 2394 сейчас стоит в интернете. Здесь практически такая же цена, немножечко подешевле стоит. 2199 рублей, но они такие тяжеленькие, увесистые, хорошее качество. Посмотрите, что я нашла. Вот такой охладитель для напитков. На сайте он сейчас стоит 8999 рублей. Он литровый. Не знаю, для быстрого охлаждения напитков графина, уж как он действует, я точно не знаю, подскажите в комментариях, кто знает, но цена тут всего 2 999, ну где 9 тысяч, где 3 тысячи, ну девчонки, кто искал, это действительно очень выгодная покупка будет. Очень миленькая вот такая подставка под ложку, тоже сама ложечка, 179 рублей, 240 на сайте, посмотрите, какие милые котятки, кто любит котят, ну вообще
Прям отличная вещица. И, кстати, сейчас я вам покажу дальше. Прям можно целую коллекцию составить. Сделано действительно хорошо и качественно. Вот такая вот, смотрите, сахарница. 512 рублей она сейчас на сайте. Посмотрите, какой замечательный рисунок у нее. Кошечка с такой... 399 рублей. Здесь кошечка с такой вот, господи, коляской с котятами. Очень замечательно. Посмотрите, она, кстати, такая прям не маленькая совсем. В общем, тоже сделано действительно качественно, хорошо. Мне понравилось. В общем, интересная вещица. Я стараюсь вам все-таки подсказывать что-то интересное. Ложечка тоже, кстати, керамическая, не пластик. А вот такая вот конфетница. На сайте ее, к сожалению, не нашла. Я вам просто покажу, что цена 199 рублей всего. В распродаже сейчас, а на самом деле салфетница, ой, конфетница, прошу прощения, очень большая такая, не маленькая, симпатичная, в общем-то. Посмотрите, вот такая она, вот такими вот рельефными краями, мне понравилось. А вот сахарница тоже очень интересная, не смогла найти ее, ее нет просто нигде. Стоит 499 рублей, сейчас я достану, вам покажу, очень красиво смотрится, посмотрите, вот она у меня в руке, она совсем не маленькая, мне очень понравился рисунок, вот такая вот ручка, просто замечательно смотрится, вот такие они тут, их много привезли, кто искал, замечательная вещь. Отличное блюдо, кстати, оно почему-то очень легкое, хотя это керамика, посмотрите, какое красивое, для сервировки стола очень подойдет. 349 рублей всего стоит, мне кажется, для такого блюда, ну, хорошая цена, действительно. И еще нашла Аташ Концепт вот такой вот столик складной для кровати, да и вообще, в принципе, очень мне понравился цвет, качество, ну, Аташ Концепт и есть Аташ Концепт, делают они хорошие товары, конечно, и цена у него здесь... Ну, прям совсем небольшая, у нас, кажется, доски стоят дороже, 919 рублей. А обычная разделочная доска, по-моему, стоит дороже, классная вещь. Кстати, для мамочек, посмотрите, привезли вот такие вот блокираторы для двери. 261 рубль стоит на сайте, 49 рублей всего стоит здесь, так что, кто искал, приходите, их тут много. Ну и давайте в химию перейдем. Вот такая вот есть для защиты... от запаха пота средства, гель для стирки, 561 рубль стоит сейчас в интернете, 199 рублей здесь, ну прям реально это старая цена, отличная вещица, я точно знаю, пробовали. А вот это такое вот Атак средство тоже для стирки, оно с пятновыводителем, там какое-то безумное классное, 1034 рубля сейчас стоит на сайте, везде, в принципе, самое дешевое, 749 рублей здесь. Не знаю, не пробовала, сказать ничего не могу. Вот такое чистящее средство, господи, для духовых шкафов. Не нашла на сайте, стоит 139 рублей всего. Мне кажется, сейчас столько не стоит ничего. Так, вот такое вот средство для гриля, 366 рублей, здесь стоит 209, вообще это эко-средство, ну не пробовала ничего, пока сказать об этом не могу. А вот эта фирма Luxus, я ее просто обожаю, 249 рублей стоит для чистки холодильника, 308 рублей стоит на сайте. Вообще, прям вот всей душой люблю эту фирму, потому что она действительно очень хорошо действует, покупайте. Еще вот такое вот средство для чистки холодильников, всего 79 рублей. Правда, 250 миллилитров, но на сайте стоит в два раза дороже, 135 рублей. Мне кажется, тоже неплохо со запахом цитруса. Ну, кто пробовал, рассказывайте в комментариях, девчонки. И еще вот такое средство профессиональное для стекол и зеркал. Как написано, 581 рубль стоит на сайте, 129 рублей здесь. Ничего себе разница, согласитесь. Еще вот такая вот щеточка Сметка, как ее называют, 299 рублей стоит на сайте сейчас. Это атмосфер тоже. 339 рублей стоит здесь. Вообще, я считаю, что лучше купить вот такую. Стоит всего 149 рублей. Ну, ничем не хуже. И посмотрите, какая большая толстая щетка. И очень удобный совочек. Я когда-то вам уже это показывала и сравнивала. Стоит на сайте намного дороже. Еще интересная вещица. Вот такая складная швабра для стекол. 367 рублей. Стоит на сайте сейчас, кстати, одной рукой, простите, 349 стоит здесь. Очень мне было, вернее, это полы, это, да, очень сложно было открыть, но на самом деле, когда я взяла двумя руками, легко все открыла, посмотрите, вот. Ну и сейчас закрывать буду тоже, ну вот Ира, это просто вот шедевр, посмотрите, на коленке никак не могла сообразить, но когда положила уже эту камеру, то смогла спокойно, легко закрыть, а так вот одной рукой никак не получалось. Очень интересные контейнеры, 180 рублей.
рублей стоят на сайте. Такие аккуратные, узкие, кстати, очень хорошо закрываются, действительно, плотненько так. Интересные. 149 рублей на 1,5 литра. Хорошая вещь, мне кажется, такого цвета, кому подойдет. Очень мне понравились вот эти вот тарелочки. Это костяной фарфор сделан. Невероятно красиво. Но посмотрите, насколько дороже они стоят здесь. 589 рублей стоят в интернете и 899 стоят здесь. Но вещь невероятно красивая. И вот такое вот тоже блюдо. Но, к сожалению, на сайте его уже нет. У нас только есть в Беларуси. 599 рублей. Но это вот, согласитесь, уже ближе к реальной цене, чем первое блюдо. Хотя оно очень мне понравилось. Прям хотелось его. Так, ну из вкусняшек вот такой кофе есть. Такие вот 7 на 7 чашечек. 7 штучек. Новое какое-то. 139 рублей стоит. Здесь 214, на сайте самое дешевое, что нашла, кстати, почти нигде нет. И еще вот такое вот есть, с другим вкусом, тоже 139 рублей. Кто любит такое 3 в одном, нормальная цена. Так, ну а вообще кофе тут, как всегда, конечно, безумное количество, и цены замечательные, так что приходите, девчонки, покупайте, кто ищет кофе, кому оно необходимо. Здесь вы найдете точно. А вот такая вот сыворотка Anti-Age, 960 рублей сейчас стоит на сайте. И здесь стоит всего 449 рублей. Хорошая цена, хорошая скидка. Так что присмотритесь. Давайте еще посмотрим косметику. 1350 рублей вот такая стоит. Так, господи. А, да, это масло с гидро... Да, ну, короче... Какое-то масло хорошее, 799 рублей. Я смотрела в интернете, на него отзывы отличные. Так, 880 рублей стоит вот такая эмульсия. Тоже, знаете, отзывы отличные. 449 рублей стоит здесь эмульсия для лица. Вот вам снимаю, останавливайте, читайте, что там написано. И еще вот такой серум. 1255 рублей стоит сейчас в интернете. Это самое дешевое, что я смогла найти. Вот так же вам показываю. Останавливайте, если что. 599 рублей стоит здесь. Вообще, конечно, фамилия косметика очень выгодно можно купить. Вот такой еще тоже серум. 618 рублей. Стоит сейчас на сайте производителя 799 рублей стоит здесь. Ну вот, видите, что-то дороже. А вот такой вот серум с муцином улитки. 2220, здесь 1199, ну в два раза, ну серьезно. А можно прямо набором купить. 2820 стоит такой крем. Здесь он стоит 899 рублей. Мне кажется, это замечательная, выгодная будет покупка. Ну а я с вами буду уже прощаться. Всем огромное спасибо, что посмотрели меня. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал и обязательно переходите в Телеграм, там будет интересно, буду его продвигать обязательно, буду постить вам интересные находки прямо, как говорится, по горячим следам. Так что всем огромное спасибо, берегите себя, всем до новых встреч, всем пока-пока!